Я вас приветствую, дорогие зрители. С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Сегодня я нахожусь в районе Махмутлар. Здесь продается очень хорошая 1 плюс 1 срочная продажа. Большой балкон. Вот. Есть очень хорошая инфраструктура, которая работает и зимой, и летом. Открытый бассейн, на данный момент вода залита. Также в этом проекте есть крытый бассейн. Проекту где-то 17 лет, но вся инфраструктура в рабочем состоянии, хорошая управляющая компания. Сауна есть, хамам есть, игровая зона, бильярдный стол, теннисный стол, массажная комната. Все я вам покажу. До моря максимум 600 метров. Район Махмутлар. Вот балкончик. Где-то здесь 50 квадратных метров минимум полезная площадь. Брутто, скажем, 68-65. Все работает. Бюджетный вариант. Стена покрашена. Ремонт не требуется. Сторона западная и северная. Также восток. Хорошая кухня. Все с доводчиками. А эк у нас посудомойка, бэка, плита. Маленький холодильник вдобавок есть, электролюкс. И холодильник сек. Телевизор эксен. Ну, что-то можно докупить. Прихожая. Санузел большой. Открытая парковка снаружи, собственно. Рядом также есть парк. Спальня где-то 15 или 20 квадратных метров. Между ними полезная площадь. Спальня очень большая для 1 плюс 1, чтобы вы понимали. Стены тоже покрашены темно-зеленый, салатовый цвет. Нет, этот оливковый. Так, там горы, ну это западная сторона. Цена этой квартиры, дорогие зрители, скажу я внизу, или уже сказал, не помню. Есть лифт, вот такой. Открытая терраса. Здесь можно шашлык сделать, пикник устроить. Ну, зона барбекю вроде как, я понимаю. Кухня есть отдельно. Сюда видно море. Да, зона барбекю. Прямо на террасе. Столы, стулья. Шезлонги можно поставить. Солнечная батарея, которая воду будет обогревать при помощи этого оборудования. Спускаюсь я вниз. Спустились мы на цокольный этаж. Тут находится наша инфраструктура рабочая. Еще раз говорю, свет включись. Теннисный стол, бильярдный стол. Видите, все автоматически включается. Открытый бассейн работает. Тут душевые кабинки, сауна тоже рабочая. Работает неделю, не знаю какие дни. Есть хамам. Массажная комната. И все как надо. Есть. Массажист вызываете. И кайфуете. Здесь зона отдыха. Показываю открытый бассейн. Здесь открытый бассейн. И снаружи открытая парковка. Ухоженная территория. Видите, бассейн работает. Это редкость. Зимой все спускают воду. Ну, фасад здания. Здесь вход. Вот открытая парковка снаружи. Тут есть интернет внизу, где инфраструктура, общий интернет. Еще что мне сказали? Ну, фишки хорошие. Вот парковочные места. Рядом магазины, сеть магазинов Migros и тому подобное. BIM, Shock.
Так что, дорогие зрители, звоните по номеру плюс 90-555-064-9110. На самое главное, цена этой квартиры 71 500 евро. Айдат 600 лир. Хороший вариант, не упустите, потому что в скрытом бассейне таких комплексов качественно и больших 1 плюс 1 редко можно найти. Мне квартира очень понравилась, себе купил бы. Всем пока-пока.